Игорь, ну твой дебют вот в этом сезоне. Как ощущение вообще, насколько сложно было сегодня победить вместе с командой? Ну, тяжелый матч выдался. Сочи хорошая команда. Они последние несколько игр демонстрируют очень хороший хоккей. Выигрывают в одну шайбу и проигрывают тоже. Было достаточно тяжело, но я благодарен партнерам. Выложились, очень много бросков на себя поймали в первом периоде. Ну и потом тоже очень самоотверженно играли. Как-то это взбодрило команду меня, и я постарался помочь ответить им тем же. В эпизодах с пропущенными шайбами, там Анисин бросил классно, потом Казионов. Был шанс выручить вот сейчас уже с задним числом, когда остыл немножко после игры? Ну, поймать можно все. В первом эпизоде, я думаю, если бы выкосил чуть подальше, мог бы щитком задеть. А во втором эпизоде очень глубоко вкатился, и, я думаю, опыта пока не хватает, но буду работать над этим. Игорь, насколько приятно вообще играть вот в такой команде, с такими защитниками, с которой, как ты сам сказал, действительно стелятся сегодня не раз и не два, там, и такие опытные защитники, как Антон Белов, Вячеслав Воинов, в последний момент скользили, пластались, вообще выручали. Насколько тебе приятно вот действовать с такими партнерами? Да даже слов не подобрать, я не знаю, но безумно приятно. Да и вообще находиться в одной команде с такими игроками, которые у нас здесь, большая честь для меня. По овертайму, там был момент, перекладину шайбы попала, буквально там в следующей атаке после выхода 1-1 Шипачева сумели забить. Вот тебе как вот в овертайме казалось, что действительно маятник качается вправо-влево и все случится именно в овертайме, не дойдет до Булитова? Не, ну почему могло случиться то, что и до Булитова бы дошла серия, но так вышло, и вышло очень хорошо то, что Никита Гусев попал, забил. Я очень счастлив, то, что я очень сильно хотел победить в этом матче. We'll be right back.